известие о женитьбе мистера Пендлтона. Он немного старше меня. Немного старше. Пожалуйста, неси эту подушку.
При нем совершенно спокойно можно говорить секреты. Он глуп. Видишь, Жанна, это всего-навсего старый Жанна. Все, что ему нужно, это только место у очага. Если позволите, я побуду здесь. Yeah.
меня есть насилие. Это бесполезно, абсолютно бесполезно и опасно. Вы ведь сильный человек, Джон. Вы не успеете обвинуться, как совершите убийство. Я не понимаю, о чем вы говорите? Вы же сами видите. Ваша жена. Раскройте глаза, слепец!
Услышишь все, что говорит на языке твоего врача и дома!
Ламбру. Дерьмо мое. Thank you.
Сэр, я не имею чести быть с вами знаком, но окажите мне любезность, отпустите эту молодую особу, она должна поспеть на очень важное деловое свидание. Я не могу сделать этого, я просто не в силах. Что это значит, бездельник? Это значит, что я прощаю вам вашу раздражительность. Что? Сегодня я что-то плохо слышу резкие слова, хотя вчера я был совсем глухой. Так это были вы? Эта девочка не может сопровождать вас в церковь. Она там уже сегодня побывала. Thank you.
лицом к лицу с такой верностью, такой преданностью. Карл, я краснею о мысли о том, что вы говорили вашей дочери, заставляя верить в меня. Сегодня праздник. В моем доме так одиноко. Я всех посмотрю.